Офигеть, она жуткая, вы видите ее? А если вы не хотите, чтобы злобные монстры из игры Тока-Бока пришли к вам и напугали вас так же, как пугают меня, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! Ребята, прямо сейчас напишите в комментариях, кто ваш любимый супергерой. У меня, например, если рассматривать супергероев, наверное, это... Ну, тут несложно догадаться, женщина-кошка. Очень люблю. Так что напишите своего любимого супергероя, будет очень интересно почитать. Ну а сегодня мы смотрим историю про проклятую девочку из игры Тока-Бока. Давайте же узнаем, в чем там суть. Наверняка это будет что-то жутейшее, страшное. Я так испугалась, я думала, это кто-то откуда-то на меня рычит, а это, блин, у меня из монитора. Слышите этот звук? Вон она. Это она? Как она так сделала? Офигеть, она жуткая. Вы видите ее? Челюсть. Нас отделяла всего лишь тоненькая стеночка, экранчик, мониторчика. Ой, какие мы счастливые. Классный дом у нас. В общем, у них какая-то вообще абсолютная идиллия. И все прекрасно. Все чудесно. Господи, они такие счастливые. Вот эта девочка. Вот эта девочка, которая потом будет зубами-то с этими самыми. О, ужас, о, ужас, о, ужас. Как вообще, я хочу понять, как произошло-то, что она... Я хочу идти с тобой, извини, я типа иду со своим парнем. И тут наша подружка остается одна. Когда у твоей подружки появляется парень, она, естественно, тебя бросает. Вот когда девочка влюбляется, она у нее башка отлетает куда-то, и кошмар, что происходит, сердечки в глазах. Ну и подружка уже становится не так интересна, конечно. Это нормально, когда это, например, первая влюбленность. Так... А вообще нужно... Все сохранить. И парня, и девушку. Видели? Вы видели? Ее куснул какой-то хамелеон. Вот и все. Он прям ее в голову укусил. Котик, 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 котичка. Зачем я это увидела? Женщине-кошке такое нельзя смотреть. Это слишком болезненно. Серьезно. Вообще не весело сейчас мне стало. Ты че, розоволосая? Сейчас кранты настанет тебе и твоему парню. Ну, это они куда-то втроем пошли. Ну, такое ощущение. Смотрите, куда-то сзади. На фотке получается призрак. А что вы орете? Это же всего лишь я. Я не могу понять, она радуется, что у нее появился защитник-призрак, или она из этого грустит. Могу я взять чашечку кофе? Да, конечно. Взять? Это бесплатно? Теперь ей можно бесплатно, кстати, все делать. Ого, я вам говорю! Тут вообще такое пекло! Она разнесла всю кафеху. Та собачка, слава богу, осталась нормально сидеть, с ней все в порядке. Фу. Она такая вернулась после того, как сожгла продавца кофе. Такая, блин, что же со мной такое? Что же за фигня? У нее даже ранки на лбу уже не осталось, потому что она заросла. Что-то он какой-то расстроенный. Что с ним? Мне так грустно, потому что я монстр. Дерри, иди домой. В общем, они куда-то пошли все.
собственно, вот они сидят на своем диване, любовничают, вот это вот все делают. И как бы она такая спит, типа. Вообще, знаете, что я подозреваю? Что это не парень с девушкой. Что это ее родители. Понимаете, как я завернула? Сначала это был парень с девушкой, а теперь это вдруг стали ее родителями. Как вам такое? Это выглядит, кажется, более реалистично, раз они живут вместе. Наступил день. Я надеюсь, она ничего с ними не сделала. Теперь мне стало их жалко. Но зато мы успели поговорить и про родителей, которые не берут тебя с собой, и про подружку, которая вдруг влюбилась и тоже отрекается от тебя. Раз затронули, все. Наша дочка какая-то стала странная, я не понимаю, что с ней происходит. Ла-ла-ла. Конечно, они забеспокоились. Хорошо, что они хотя бы забеспокоились. Она на нее злится, что... Да господи, в жизни... Бывают пострашнее ситуации, чем глупое опоздание на урок. Ну, опоздала. И что? Вот что может с тобой произойти. Монстр в тебя вселится и капец. И не будет у тебя учителя вообще. Ой, девочки, это такой кошмар, если честно. Бегите! Бегите, 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 эта сумасшедшая зубы свои сейчас сам растопырит, всех сожрет весь класс. Да блин, зачем так делать? У меня сердце чуть не выпрыгнуло. О, ужас. Я люблю свою команду, написано. Конечно. Эй, держи дистанцию, девчонка. Че это с ними? Почему? Мне тоже интересно. Она спрашивает, почему? Почему? Короче, они чем-то расстроены. А она, наверное, пошла жить на кладбище. Ее спрашивают, что случилось, девочка? Она говорит, я чувствую себя очень плохо. Я могу тебе помочь? Мне нужен дом. Кладбище? Я, короче, читала очень крутую историю про кладбище. История с кладбищем называется, загуглите. Так и называется. История с кладбищем. Там про мальчика, у которого не было родителей, его установили привидение на кладбище. Да. Капец, что это вы едите? Какая-то фукака. Она подходит, может быть, она излечится. Она не хочет быть монстром. Она не хочет жить в этом доме. Она не хочет тут находиться. Но вырывается из нее эта чертовщинка. Кажется, ее даже вот эти сейчас тоже не примут. Скажут, блин, мы-то тут притворяемся все чудовищами. Она по-настоящему чудовище. Смотрите, 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 она сейчас их всех грохнет. Или она их просто выгонит из дома. Это классно. И будет одна жить в этом особняке? Да ну нафиг! Такого я не ожидала! Мы умрем! Мы умрем, они кричат, это проклятие! Вот она, значит, какая проклятая девочка. Ой, она их сожрет сейчас! Все, она убила всех! И себя в том числе! Все в крови у меня, прям кровище течет везде. Ой, ужас. Ой, это что? Спецэффекты. Как вам такая проклятая история? Мне кажется, очень даже жутковато. Так что, если пойдете куда-нибудь в зоомагазин, будьте осторожны, чтобы вас не укусил никто. Потому что, вы помните, что произошло, кстати, в супергероях с Человеком-пауком? Но он хотя бы остался собой. Добрым, я имею в виду.
никто из него не превратился. Ну, там он был, конечно, один момент злой, но это не то, что здесь. Там у него есть шанс выжить. Так что пусть никто вас не кусает. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас очень люблю, целую. Пока!